Республиканская акция «Шаг к успеху» охватывает все больше детских оздоровительных лагерей. Ее цель – дать подросткам возможность из первых уст узнать о шагах к успеху выдающихся белорусов. О детстве, семье, карьере и выборе профессии рассказал главный редактор газеты «Литература и мастерство» и глава издательского дома «Звезда» Алексей Чирота. Он заглянул в гости к ребятам, которые отдыхают в драгичинском лагере «Винч». Проект «Шаг к успеху» вот уже третий год реализуется в нашей стране во время летних каникул и ежегодно получает горячий отклик среди детей и подростков. Знакомство ребят с белорусскими авторитетными личностями сфер образования, здравоохранения, спорта, культуры, науки мотивирует их стремиться к успеху. Даже судя по этому лагерю, в котором мы сегодня находимся, то есть мы видим по всему, насколько много внимания у нас уделяется детям, воспитанию детей, их образованию. И, конечно, у них есть все возможности стать известными и великими. Александр Чирота – известная личность в белорусской культуре. Его отец – доктор филологических наук, профессор БГУ, а он сам состоялся как публицист, переводчик и редактор крупного издания. Было интересно, как бы необычно. Было интересно послушать, как бы, ну, опыт его жизни. Мне было очень интересно познавать многое новое. Тут очень интересно, мне тут нравится. Интересные гости и разноформатные мероприятия – то, чем наполнена жизнь каждой смены в оздоровительных лагерях. В Винче сейчас отдыхает 63 ребенка, в том числе дети из приемных семей, инвалиды и дети из семей, находящихся на особом контроле государства. Скучать им здесь некогда. Мероприятия за мероприятием, спортивные мероприятия, патриотические мероприятия, фильмы привозят. Силовики приезжают, военные приезжают. Здесь присутствуют тоже военные, которые проводят с детьми разборку-сборку автомата, там, оружия. МЧС приезжают. Основная цель акции «Шаг к успеху» – воспитание у подрастающего поколения патриотизма и чувство гордости за Беларусь и ее достижения, а также формирование у ребят мотивации к саморазвитию и стремлению достигать успеха. А для этого важно понять – успех приходит к тем, кто прикладывает усилия и много трудится. Татьяна Будгусаим, Виталий Барташевич, телерадиокомпания «Брест».